Помни о том, что Георгиевская ленточка – это символ победы, и ты должен… Взять из рук волонтера георгиевскую ленту не отказывается никто. Это символ памяти и связи поколений. Надевая ее, горожане обозначают свое отношение к празднику, свою благодарность и гордость за ветеранов-фронтовиков. Слоган этой акции – «Георгиевская лента. Я помню, я горжусь». Спасибо. Вы знаете, что обозначают цвета георгиевской ленточки? Нет, не знаю. Знаете? Забыла. Черный цвет обозначает цвет пороха, а оранжевый цвет огня. Это ленточка. Вам, если хотите, можем сразу прицепить. Спасибо. Почему эта акция вообще важна? Наверное, чтобы наши дети не забывали об этом празднике, ценили вклад наших дедов, отцов, родственников, которые участвовали когда-то в войне и сделали все возможное, чтобы наш мир был спокойный и хороший для жизни. Ну, важна, конечно, чтобы все помнили. Жалко, что не будет этого полка в этом году. Ну, вот с ленточкой. Ну, есть много альтернативных способов еще. Можно распечатать на футболку. Машины нет, чтобы ездить в автопробеге. В окно только выставить портреты. Память о наших героев. Как? Без слов. Угу. Память и только память. Молодежь должна знать. Мы-то старое поколение знаем. А молодежь вот должна привыкнуть. Зачем? Для чего нужно их носить вообще? Как вы думаете? Помнили. Помнить, память. А скажите, пожалуйста, вы знаете, что означает черный и оранжевый цвет? Нет. Черный – это, ну, победа. Что там было? В войне что было? Порох. Порох, правильно. Порох и? Огонь. Огонь, правильно. И это символ победы. Патриотизм очень отношусь, как говорится, важно. Патриотизм – это и в детях надо вкладывать. Это помним о предках наших, которые сражались в Отечественную войну. Он означает, что мы гордимся нашими прадедами, нашей страной, ну, подвигами всех наших близких, которые когда-то воевали за нашу родину. Все равно память. Мы гордимся, мы помним. Пока мы помним, мы будем и гордиться. Ну, нужно, я мечтала, думаю, кто бы мне ее подарил. Правда? Правда, а в магазине я не вижу. А почему вам так хочется ее надеть? Очень хочу. Так же, как и хочу, чтобы был мир во всем мире. Хорошо. Всех наступающих праздников. У вас в семье есть кого вспомнить? Дедушка. Кузнецов воевал. Родственники предоставили нам фотографии дедушек, которые участвовали в военное время. Распечатали для того, чтобы сейчас запрещены митинги, для того, чтобы прицепить супругу на автомобиль. И весь город увидел и погордился. У меня дед воевал. Пару слов расскажите про деда. Ну, такого грандиозного ничего не делал. Воевал после войны. Как бы семью воспитал. Все в деревне, в колхоз поднимал. Что означают цвета георгиевской ленты, как выяснилось, знают немногие когалымчане. Однако все горожане понимают важность и знаковость этого главного символа победы. Олеся Дементьева, Николай Горкуша. Наши города.